Ребятки, с вами попали в будущее. Вы только посмотрите, какая у нас точила. Вау, тормозов-то нету, наточили на этой. Вау, вот это да. Ребяточки, хо-хо, мы в будущем. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем играть вот такую вот игрушку, которая называется Фейли Брикс, или Машина без тормозов, ребятки. Ну что ж, давайте тапнем по экрану, что нас здесь ждет, что ж, включаем плей. В общем, ребятки, ехал, и что я увидел? То, что у меня просто-напросто отказали тормоза, что же делать? Вау, помогите, вау! Вот это да, вот это прыжок, вот это я понимаю. Ребята, вы вообще представляете, как я только что прыгнул? Вот это да. Отлично, просто круто. Ой-ой-ой, здесь знак. Вау, бабах. Вау, тут встречная, ребята, тут везде встречная. Ух, ребятки, я только что чуть не разбился. Так, нужно быть, ребяточки, более бдительными, более внимательными, потому что можно свою машину просто здесь оставить, просто ее развалить, и все, ребят, потом уже больше ничего не сделаешь. Абсолютно! Вау, помогите! Где мои тормоза? Что мне делать? Ребятки, я могу в любое время удариться об дерево или еще хуже, в гору куда-то. Ой, и все, и мне хана. Так, ребяточки, мы взяли пулеметы, отлично. С помощью этих пулеметов, ребят, мы сможем впереди... Вау, трамплин! Бомбить, ребяточки, все елки впереди. О, время, это у нас замедлится время, да? Да, ребятки, это замедление времени, оно дается мне ненадолго, мне дается на некоторое определенное время. И теперь мне надо... О, смотрите, сколько елок, ребята, разве такое может быть? Вау, тут ух, я просто, ребятки, врезался и улетел, ребяточки, вообще непонятно куда. Это просто нужно было реально видеть. Так, ну что ж, ребят. Конечно, ребятки, мы можем оживить за 20 монет. Мы оживляем нашего персонажа. Все, мы продолжаем дальше играть. Ребята, мы оживили только что нашего персонажа. Раньше такого не было в игре. Вот это прикольно добавили. Теперь мы, ребятки, после того, как врежемся, можем за 20 монет оживлять персонажа. Я не знал. Так, аккуратно, ребяточки, а то нас сейчас собьет поезд. Второй поезд, но мы через него, я думаю, перепрыгнем. И мы все-таки через него перепрыгнули, подъезжаем под мостом. О, еще один трамплин. Вода, речка, речка. О, отлично, мы по речке тоже проезжаем. Отличненько, берем монеточку. Просто супер. Отличный прыжок, я считаю, это просто круто, ребят. Вау, круто. Так, погнали, погнали, погнали. Поезд, вагоны, аккуратно. Трасса, 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 отлично. Машина, фу, ребяточки, нужно быть более аккуратным. Вот монета. Давайте возьмем монету. О, отлично, ребяточки. Ой, нет, 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 нет. Ой, да что ж такое, ребятки. Я улетел и разбился. Улетел, в общем, с пути. Так, ну что ж, ребятки, нам предложат оживиться или нет. Давайте, собственно, с вами посмотрим. Так, преодолеть. Так, есть, ребяточки. Мы... А, мы преодолели, ребят. Нам нужно было всего лишь преодолеть в 1500 метров. Это наша была с вами миссия такая. И мы с вами, ребяточки, это с удовольствием сделали. Ну что ж, давайте продолжим, ребят. Так, а я могу... Ай, подождите, я думал машину другую взять. Но у меня, наверное, еще нету. Для того, чтобы купить другой автомобиль, наверное, нужно много-много заработать, ребята, очков. Много заработать монет, не тратить их, чтобы можно было открыть какие-то новые автомобили. Ребяточки, трамплин, ворон распугали. И мы снова летим на машинке без тормозов. Ребят, опять посмотрите. Вау, вот это да. Ай-яй-яй-яй, ду-ду. Ай, да что ж такое. Опять, ребяточки, я врезался и упал в обрыв. Все, ребяточки, человечек улетел непонятно куда. Все забыли, давайте по новой будем делать. Давай, давай, давай. Поехали. Бабах. Вау. Просто супер, ребятки. Лес, довольно-таки прикольная поляна, где можно, ребятки, собственно, так и погонять. Опять, ребяточки, мы с вами врезались. Но не стоит, ребяточки, на этом зацикливаться. Стоит, ребяточки, просто в эту игру играть и ничего более. Так, ребяточки, ну что ж, вот я могу, наверное, здесь выбрать свой автомобиль или нет. А, все, это впереди призрак, ребята. Отлично, впереди призрак, это как я ехал в предыдущей гонке, да? Неплохо.
Вот, эх, я врезался, ребятки, и улетел. Ха-ха-ха, тень проиграла. Так, ну мы, ребяточки... О, ракетомет, ребята, берем ракетомет. Туду, который на своем пути, ребятки, всех елок, все деревья, ребяточки, валит. Вау, ребятки, защита. Отлично, ребятки, мы взяли броню, которая нас будет, ребяточки, защищать от всех препятствий, которые только есть на этом пути. Замедление времени еще лучше, ребят. Это просто круто, ребятки. Замедление времени прикольная такая штучка, конечно. А как же здесь проехать-то? Ребята, я не знаю. Нет, 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 я не хочу разбиваться. Вау, ребята, опять пулемет. Да, ребяточки, пулеметов как раз-таки и не хватает на дороге. Нет, ребята, опять встречная. Вау, опять, опять эта дорога. Тихо, тихо, не сбей хаммера. Фух, дальше проехали. Опять машина по встречной, проезжаем. Отлично, просто круто, ребята. Вы когда-нибудь, если играли в эту игру, обязательно ставьте лайк, ребяточки. Подписывайтесь на мой канал и комментируйте мои видосики. Мне будет очень приятно, ребяточки. А если мне будет приятно, ребята, то я буду вас радовать новыми видосиками. Так что не забываем подписываться на мой канал и погнали! Так, ребяточки, забираем новую монету. Отлично, проезжаем вот эти вот деревья. Опять заезжаем на мост. И здесь у нас опять пулеметики. Это, ребяточки, просто круто. Так, ворона опять улетела. Так, давай, 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 давай. Отлично, там наверху была броня. Если бы мы сумели бы выехать на эту гору, то мы бы броню с вами взяли. Но так как мы поехали низом, теперь будем без брони. Так, ребят, закончились у меня пулеметы. О, ракетомет. Ой-ой-ой, ракетомет, ребяточки, ракетомет. Так, тихо-тихо-тихо, я же могу врезаться. Ракетомет. Так, ты... Ракетомет стреляет и вроде бы и мимо, а вроде бы и нет. Ух, мы в машину, ребята, вы видели? Ракетометом стрельнули в машину, и она просто распалась на части. Так, ребят, я вам хочу сказать, что мы уже с вами заехали довольно-таки далеко. Очень далеко, ребят. Там вот я вижу на трамплине замедление времени. Давайте его с вами возьмем. Отлично. Вау, вау, вау. Давай, 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 давай. Круто, круто, классно. Вообще просто супер. Давай, 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 давай. Вау, прыжок. Вау. Ой-ой, монету не взяли. Ну, ладненько, ничего. Так, ребятки, поезд. Прыжок, прыжок. Берем пулеметик. Отлично. Уничтожаем все, что у нас есть на нашем пути. Вау, ребяточки, как так? Меня в бочину ударила машина. И я просто-напросто вылетел за рубеж. Ну, как такое может быть, а? Скажите мне, я так долго ехал. Ну, ничего, ребятки. Так, ребятки, давайте посмотрим, какие у нас здесь есть автомобили. И что нам доступно, ребятки. О, ребята. Все, я взял спортивный автомобиль. Вот это круто. Вот это я на спортивной тачке. Короче, тормозов нету, ребята. Вау. Вау, это у меня машина времени, ребяточки. Это у меня Делорен. Ребята, мы на машине времени, короче, катим со всей силы. Мы вот это мы взяли тачку с вами. Вот это круто, прыжок, вау. Так, ребяточки, а как же тут перемещаться во времени, можно ли? Вау, вот это да. А, ребята, все, понял, смотрите, где у меня установлена ракетометка. Она у меня установлена на багажнике сзади, где мотор, то есть багажник у меня впереди, мотор сзади. Так, ну что ж, неплохо, ребята. Прыжок. Ох, ребяточки. Да, ребят, на спортивной машине гораздо лучше ехать. Вы только посмотрите, как она справляется со своим заданием. Вау, ребята, как такое может быть? Броня у меня быстро пропала. Я думал, она еще будет у меня довольно-таки долго, но она пропала быстро. И что мне делать? Спасите, помогите. Я просто не могу ничего сделать, ребят, серьезно. Так, ну что ж, давайте, поехали, ребят. Опять по новой будем делать. Отлично, отлично, отлично. Давай по новой, давай, давай, давай. Так, ну что ж, ребята, ох, монеточку взяли. Продолжаем наш, так сказать, знаменитый путь нашего спортивного автомобиля, который хочет доехать подальше и не разбиться. А самое главное, ребяточки, это водитель, который хочет доехать до финиша. Вау! Но у нас, ребяточки, не всегда получается доезжать до финиша. У нас мы всегда вот так вот практически разбиваемся. Ну ничего, ребят. Ребят, я хотел попробовать дорогу. Есть ли тут другая трасса? Давайте, наверное, посмотрим. Только надо нажать на паузу сейчас. Вот так вот нажмем мы на паузу. И, наверное, вот так вот нажмем домой. И теперь мы с вами
Вот тут вот, выберем, где ездить. Я так думаю, мы можем выбрать другую трассу, да? Да, ребята, это просто отлично. Мы даже можем зимой ездить. Посмотрите. Мы много где можем ездить, ребятки. О, вот, машина времени. А, это купить, да, не взять, понял. Или можно взять-то? Да можно, конечно. Погнали, ребята. Ребята, в общем, у нас машина будущего. Ребята, мы с вами попали в будущее. В общем, мы, ребятки, с вами попали в будущее. Вы только посмотрите, какая у нас точила. Вау, тормозов-то нету, наточили на этой. Вау, вот это да. Ребяточки, хо-хо, мы в будущем. Вы только посмотрите. Вот это круто, ребят. Вы когда-нибудь думали, что в этой игре будет такое вот альтернативное будущее, где все будет электрическое, ребятки, даже елки из электричества сделаны. И все типа сделано из графики. Вот это круто. Ребятки, виртуальный мир. Это мы, ребяточки, с вами в виртуальном мире. Так, ну что, виртуальный мир, поехали. Вау! Вот это да! Ребята, тут двери, они откроются? Да, ребятки, они открылись автоматически. Так, ну что ж, собираем коины. Так, ребяточки, вот эти биткоины нам нужно собирать. Пока будущее... Вау! Да что ж такое? Я думал, это мы развалим с вами. Но никак не получается, ребят. Давай по новой. Ребята, хо-хо. Конечно же, попробую, ребят. Мне дали новую машину на пробу. Конечно же, я сделаю. Вот она, ребята, крутая точила. Вы когда-нибудь ездили на такой? А тормозов в ней все равно нет. Здесь какую машину не возьми, тормозов нет. Ребята, будущее. Мы в будущем. Мы, ребяточки, в виртуальном мире. Вы только посмотрите. Вау. Ой-ой-ой. Нам нужно было немножко поворачивать в другое место. Не годится никуда. Так, давай. Вот это да, вау, круто. Так, ребятки, я посередине не поеду, я лучше поеду поверху. Вот здесь вот мы с вами должны нормально так проехать. О, тихо-тихо, игральный автомат, аккуратно, Юра, не врежься. Так, ну что ж, вроде бы идем пока по маслу, отличненько, ребяточки. Так, ну здесь сложно, ребят, в виртуальном мире сложноватенько. Вау, ребяточки, я улетел. Так, ну что ж, дорогие друзья, я думаю, на этом мы, наверное, с вами сегодня уже будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны на мой канал. Если кто не знает, это большая красная кнопка подписаться. Также есть ссылочка под видео, дорогие друзья. Есть также куча ссылок под видео на другие мои игры. Смотрите мои, ребяточки, видосики. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока.